И всем снова привет, мои дорогие подписчики. Сегодня мы еще раз попробуем пройти игру Мистер Мид. На этот раз уже полностью. То есть спасти девушку и свалить от мясника. Играть мы будем, разумеется, налегко. Иначе как еще это... Пройдешь игру. Нормально. Потому что на призраке это понятное дело, ты сразу свалишь. А вот так, чтобы тебя ловили, это уже немножко посложнее будет. Ну, собственно, я эту игру уже неоднократно проходил на старых версиях, но там-то у меня было побольше попыток. Так. Я знаю, здесь в подвале часто лежит вот этот ключик. Ой-ой-ой, мясник. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не, не трогай меня, жердяй. Так. Иди-ка сюда. Жиртрест. Чё ж ты меня не палишь? О, спалил. Ну ты... Лошара. Меня не заметил. Так. Этот чмырь, я знаю, придет вон оттуда. О, а вот и он. Сейчас я от него побегаю. Бе-бе-ре-бе-бе-бе. О, молоточек. Бамбуковая трубочка и дротик. И мяснику сейчас придет временный капут. На тебе. Эй. Ну зашибись, повалился тут. Дротик-то отдай. Эй, блин. Короче, ладно, некогда тут фигнёй страдать. А то эта жирная кодла проснется скоро. Ух, вовремя я. Так, кусачки, кусачки, вот они. Я их все прозять пытался, поэтому молчал. Все, что-то я не базарю. Точнее, нет, я говорю, но мало говорю. Так, здесь перерезали первый провод, идем второй перерезать. Только там чертова камера. А, ну и хрен с ней. Опа. Спалил он меня. А мы от него побегаем.
Тупой. Давай, иди сюда. Получи дротиком. Так. Трубку бамбуковую я пока выброшу. Если наверху ни хрена нет, это значит, что инструменты, скорее всего, лежат где-то здесь. Но тут же тоже ничего нет. А, нет, есть щипцы. Что-то я их не заметил. Так, ладно, давайте сперва... Ой-ой-ой. Действуем быстро. Этот мясник скоро проснется. Так, ладно. На сарай лезем. По ветке. Спускаемся вниз. Что тут у нас? Кот. Отлично, его мы используем позже. Ой, забыл про чертову камеру. Ее молотком сломать надо, либо дробашом. Щипцы мне больше не понадобятся, вот только мясник меня спалил. Бежим, бежим, бежим за дробовиком и патронами. Так, где мой дробаш? Вот он. Вот он, дробаш мне взад. Так. Да нахрена я нажал? Вот я криворукий долбоящер. Давай. Ты где, жердяй? Во-первых, я камеру садану. Да, блин, взял и проебал патрон. Зашибись вообще. Ну ладно. Да ты... Вот ты гад, а. Стоять. Там вроде что-то было, но я не успел разглядеть. Ну все. Последний патрон. Самое главное не выстрелить зря. Где же Рабас? А я его сейчас выманю. Вот ты где! Получай! Так, ну ладно. Что я там еще хотел сделать? Да, точно. Я же сказал, мне показалось, я что-то заметил. Нет, это мне все-таки только показалось. Так, 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 так. А где предметы-то все? Или я что-то видел уже где-то, но забыл? Поставлю-ка пока на паузу, чтоб время с мясником не терять. Так. Вот
Что-то я там видел ведь. Еще. Что-то я видел, но не помню, что именно. А, кот! Точняк! Я же кот нашел! Да ты... Ты когда успел? Ты что, обалдел, что ли? Ничего. Сейчас я тебя то снова спать уложу. Получи. Ты обалдел? Дротик-то верни. Так, берем код. Идем, откроем сейф. Что у нас тут? Красный ключ. Ага, главный. А круглый ключ он мне, видимо, не понадобится, поэтому и перчатки тут нету. И вот, если ты что-то уронишь в эту ванну с кислотой, то потом только перчаткой можно будет достать. Уху-ху. Все, наконец-то я спас Самелию. Так, вот я ее взял. И ухожу. Все. И уехал я. А мясник вон он. Ну и рожа у него была. Вот над этой рожей я угорал. Такая вот прикольная игрушка. Ну, концовка тут в стиле Грэнни. Потому что игра тоже в стиле Грэнни. Ну, а на этом все. Если хотите новых видео, то, разумеется, ставьте лайки.